Кометы – это небесные странники. Их орбиты сильно вытянуты, поэтому есть кометы, которые прилетают к нашему Солнцу только один раз в тысячелетие. Кометы состоят изо льда и небольших камней. При приближении к Солнцу лед начинает таять. Вокруг кометы образуется большое газово-пылевое облако. Оно вытягивается, образуя светящийся хвост. Хотя ядро ледяной глыбы может иметь диаметр 10-15 километров, ее хвост часто вытягивается в длину на 100 миллионов километров. После того, как комета облетает Солнце и удаляется от него, она понемногу остывает. Образование газа уменьшается, и длина хвоста сокращается. Первой кометой, появление которой было точно предсказано земными учеными, стала комета Галлея.